Галерея кошачьих портретов создавалась с использованием разнообразных художественных техник. В залах музея можно увидеть более 100 котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур. Из папье-маше и фарфора, акварельные и керамические, кошки-наброски, кошки-скульптуры, рыбаки-воришки, мечтатели-обжоры, музыканты и хулиганы. Отдельного внимания заслуживают работы семьи художников Бедрак. Внимательный взгляд замечает котов где угодно, даже в морской гальке. После росписи морские камни превращаются в котов, свернувшихся под солнцем. Также в экспозицию вошли экспонаты из частных собраний. Во время работы экологической выставки «Кошка, которая гуляет сама по себе» для маленьких посетителей будут проводиться интерактивные экскурсии. В игровой форме можно будет ближе познакомиться с миром этих животных, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в мастер-классах и сделать свою собственную кошку.